Всем моим красоточкам пламенный приветик. Девочки, надеюсь, что у вас все хорошо и прекрасно. Давно не виделись. Что нового у нас? У нас начались скидки во Франции, то есть государственные распродажи. Вот. До государственных распродаж все магазины, бутики, ну не все, но большинство, проводят клиентские дни, то есть Livon Privé. Вот, и, конечно же, я на свой email получаю очень много различных предложений выгодных, да, с различных бутиков, магазинов, и также получила от Ivroche вот интересные предложения, и совершила я заказ на их сайте, потому что это предложение было как бы только на сайте, в магазине, по-моему, не было. Вот, и сейчас я вам покажу то, что получила. Получила посылочку я сегодня. И первое, с чего начну, это вот с таких вот двух продуктов, которые я, кстати, беру первый раз, взяла на пробу. Это шампунь и бальзам-ополаскиватель для окрашенных волос. Значит, в шампуне 300 мл и в бальзаме 150. Знаете, девочки, не знаю, первый раз вообще заказала. Приятный такой легкий аромат, так как я волосы окрашиваю, да, раз в полтора месяца, ну, решила попробовать. Вот, если кто-то уже пользовался этим шампунем, то пишите ваши отзывы, мне будет очень интересно почитать. Вот, ну, мне нравятся их шампуни, да, и вы знаете, что я постоянно у них покупала сама мелисом шампунь, потому что они, в принципе, сделаны из натуральных компонентов, из биологически чистых компонентов, да, и поэтому здесь нету ни парабенов, вот, и также нет силиконов. Вот, так что попробую и потом вам расскажу. Далее, следующие продукты я заказала, вот такие два геля для душа, которые я уже покупала, и они мне очень-очень понравились. Вот этот я вообще раза два подряд покупала. У него обалденный аромат, девчонки, просто-просто обалденно. Это гель для душа с карамболем из Малайзии. Вот, и здесь в каждом геле, по-моему, по 200 мл, да. Но я думаю, что все знакомы с этой серией, да, Jardin du Monde, поэтому я просто и балдею от них. Но это не единственные гели, которыми пользуюсь, потому что я очень люблю еще гели от Le Petit Marseillais, от Fa. Вот, кстати, скоро буду снимать видео о пустых баночках, флакончиках, уже две сумки собралось, и поделюсь с вами своим мнением. Так, и второй гель для душа, это с гранатом из Испании. Вот, в этих гелях нету парабенов, тоже очень приятный аромат. О, ну потрясающие ароматы, ну, вы знаете, много говорить не буду, они прекрасно пенятся, они очень-очень приятны в использовании. Вот, ну а гели заканчиваются очень-очень быстро. Дальше, следующее, я заказала вот такую масочку трехминутную, вот, и здесь 50 мл. Эта маска, ну, называется она вообще маска Effet Glacé, то есть с таким вот, который придает такой эффект холодка, да, на вашей коже. Она очень хорошо освежает кожу. Хочу попробовать ее. Так, дальше. И вы знаете, повторила я, девочки, крем для кожи вокруг глаз. Уже беру не в первый раз, очень им довольна. Вот, взяла еще раз впрок. Значит, здесь, по-моему, 15 мл. И этот крем с роликами, там есть три ролика, я вам показывала, пока открывать не буду, потому что мне еще пользоваться. Вот, и этот крем антириды, то есть против морщин, и который придает вот именно сияние вашему, как бы, вашему взгляду. Чем мне нравится этот крем, девочки? Ну, во-первых, здесь сам компонент, да, который присутствует в этом креме, также вообще в этой серии, да, есть крем для лица, да, против морщин, и дневной, и ночной, также у меня есть на данный момент. Вот, и вот этот компонент, который называется фикоида гласиаля, ну, в принципе, это, как называется, растение жизни, вот, растение жизни,
И, ну, кому интересно, больше, конечно, почитайте информации на сайте в Роше. Вот, и вы знаете, уже не знаю, какой по счету этот крем у меня. Также расскажу потом в пустых баночках, потому что у меня, по-моему, парочка, которые уже закончились. Вот, он, знаете, он очень хорошо увлажняет мою кожу. Вот, и мне нравится сама текстура, мне сам, нравится само нанесение крема. И, как бы, вы знаете, вот когда вы его наносите, да, ну, видно, что вот кожа такая, знаете, увлажненная вокруг глаз. Поэтому я им пользуюсь постоянно. Я еще пользуюсь от Sephora. Ну, как бы я их меняю. Либо утром одним, вечером другим перед сном, да, либо вот наоборот. Потому что как бы одним и тем же кремом я не пользуюсь. Не хочу, чтобы кожа привыкала к определенному крему. Поэтому у меня всегда как бы есть две серии, которые я чередую. Вот, так что я думаю, что и многие тоже с этим кремом знакомы. Крем для кожи вокруг глаз против морщин. Так, далее, девочки, я взяла на пробу у них вот такие два гелевых лака для ногтей. Вот именно гелевые я, по-моему, еще не пробовала у них. Взяла вот такие два красивых оттеночка. Один вот такой темный, такой красивый оттенок, да, это, по-моему, так, если я увижу номер 36, Prune Mysterio. Ну, прун это слива, то есть такая таинственная слива, да, вот такой вот красивый оттеночек. И второй в номере 04 Топ Розе. Такой вот красивый нюдовый цвет. Вообще, конечно, я нюдом не так часто пользуюсь, да, но вы знаете, я уже говорила в одном видео, что у меня ногти в основном вот такой вот длины, да, то есть они у меня не такие длинные, в основном короткие. И иногда, когда они у меня скалываются, мне приходится подрезать остальные ногти. Поэтому я вот в таких случаях решила использовать вот такой вот нюдовый цвет, да, что он не так сильно как бы вот шокирует, да, когда откалывается, потому что если нанести такой темный или яркий лак, да, как-то уже некрасиво смотрится. Вот, у меня еще примерно в таком оттенке брала от Кико, показывала, тоже очень красивый цвет, но, по-моему, понежнее. Вот я сегодня нанесла, можете посмотреть. Здесь у меня два слоя, и у меня сверху еще я закрепила гелевым покрытием от Кико. Вот, так что вот такие вот гелевые лаки это в Роше. Посмотрим. Ну, наносится очень хорошо, девочки. Очень удобная кисточка. И очень быстро подсохли. Здесь у меня два слоя, поэтому, в принципе, осталась очень довольна. Так, и в пробничке я выбрала вот такие. В принципе, вот этот крем, которым я пользуюсь, да. Очень-очень хорошая серия, вот как раз-таки вот эта серия нежно-розовая называется Serum Vegetal Redecla. Это дневной крем, я таким же пользуюсь дневным, ну, в принципе, на всякий случай пригодится пробник. Вот, дальше Sensitive Vegetal, это крем, который успокаивает вашу кожу. Такой. И что-то новенькое здесь, коллекцион ET, то есть летняя коллекция, это Eau de Toilette. Тут что-то новое, еще не пробовала. Вот, и в подарочек, девочки, они мне прислали вот такой вот замечательный крем-маску. Вот, я сама, в принципе, выбрала этот подарок, потому что там была в подарок сумка, потом еще что-то, там подарки на выбор. Это вот такой вот продукт уходовый, да, девочки, Tradition du Amam. Вот, и он выполнен, знаете, из чего? Из масла органового, биологического масла, да, который произведен в Марокко, так и написано, протестирован дерматологическим контролем. Вот, и составляющие, значит, этого продукта: розовая вода и экстракт дюмаис, и экстракт кукурузы еще. Вот, нету никаких животных добавок. Вот, и она, знаете, эта маска, она с таким вот эффектом глины, да, глины марокканской, вот, для лица и для волос. Вообще супер. Я когда увидела этот подарок, решила его тоже выбрать, попробовать. У меня такой вот крем именно для тела, он потрясающий, девочки, из этой серии, просто супер. У меня такой большой тюб, вот, у него приятный аромат такой, знаете, вот такая вот у него консистенция. Очень-очень хочу попробовать, вот. Так что такой вот заказик совершила в Роше. И вы знаете, еще жду одну посылочку от Sephora,
потому что в Sephora я тоже всегда стараюсь брать у них уходовые продукты, да. Я заказала на их сайте в первый же день распродажи, потому что иначе потом все разберут. И совершила также вчера в нашей Sephora кое-какие покупочки. Но я вам покажу это все в отдельном видео, да. Сделаю видео вот именно покупки от Sephora. Вот, вот такое было видео. И также у меня в планах снять видео о закончившихся продуктах, да, и косметика, и духи, и уходовые продукты. Хочу просто поделиться с вами своим личным мнением, ну и просто поболтать как бы. Все, надеюсь, что вам было интересно. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, комментируйте. Я надеюсь, что до скорых встреч. Все, всех целую.